Сдвоенный удар правой рукой. Корпус, голова. Эту комбинацию вы видели у многих боксеров, но в основном она вам запомнилась в исполнении Майка Тайсона. Для того, чтобы выполнить это техническое действие, вам потребуется сблизиться с соперником, затем нанести правый обводной удар по корпусу, затем сделать небольшой заряд и пробить апперкот в голову. Сохраняй видео, чтобы не потерять, и потом попробовать на тренировке. Поверьте, я знаю, как это работает.